Пациенты, пациентки, переходим ко второму отделению нашего психоневрологического тренинга. Когда мы записывали ее с запрещенными ростовскими барабанщиками, она была задумана как некий такой сюрприз, который выскакивает этот чертик из коробки. Ну, конечно, этот прием, этот трюк уже приелся, примелькался, но какой-то сохранился. И шарм, как. Когда ночью мимо проходил.
Кристалом мил. Угостите барышню портером, а голос полупьяный, а хриплый, низкий. Он меня на пути таки уже остановил. Попросила прикурить дешевая. Ах, подарила мне невинный земляк. Заманила поздний час перцовою и завлекла в полночный темный сад. Час перцовкой завлекла в порочный темный сад. Я заглянул я в сумочку пустую. Там на дне лежали лишь штаны импортные. Я чуть-чуть повнусь сатаны мессер. Эх, полюби меня ты. Ну что ты смотришь на меня, как паровоз на Анну Каренину? Холостую. Я чуть-чуть повнусь сатаны. Было поздно, и мне на хвост привязались бомжи. Заорала шкура громко-грозно, обокрал товарища, держи. Отряхнули лепень, своротили скулу мне и глаз. Не разряд и не масонская степень. Тамплиеры. Эх, не спасли меня на этот раз. А папа туби-туби-туби. Эх, не разряд и не мазаковска тебе. Они спасли меня на этот раз. Sweet as apple,